Старомаинский район в эти выходные завывал нечеловеческим голосом, а точнее собачьим. На территории агротуристического комплекса «Русский берег» проходили настоящие гонки на ездовых собаках. Это уникальное событие не только для Ульяновской области, но и для всего ездового спорта, утверждают организаторы мероприятия. Ну, в окрестностях здесь проводится это Самара, Тольятти, а в Ульяновске у нас, ну, не хочется, чтобы наш город отставал от этого. А у наших местных участников, у кого есть собаки ездовые, уже достаточно большое количество. И они собираются здесь. Смотрите, замечательная погода нам. Это подарок такой. Легкий морозец, ветра нету. Мы так боялись, что сильный будет мороз или наоборот ветер. Ну, погода просто изумительная. И сегодня сами почувствовать вот эту радость, вот этот азарт от собак. Ну, адреналина будет много. Много было не только адреналина. Большой праздник собрал спортсменов и любителей ездового спорта со всех уголков Поволжья. 68 участников, 18 ездовых категорий и около сотни четвероногих друзей, которые никого не оставили равнодушным. Получить максимум позитива от животинок, от собак, подтискать их, обнять, снять шикарное видео и вкатить на борде. Однако для участников соревнований главную роль играют неположительные эмоции. Балаклава, перчатки, сани и верный мохнатый друг. Все, что нужно настоящему спортсмену для блестящего финиша. Мероприятие позитивное, впечатление. Да. Просто зашкаливает. Трасса на высшем уровне. Все читаемо, все видно, понятно. Не уступали чемпионам на треке и самые юные гонщики. С полной уверенностью в своих питомцах они выходили на старт и с легкостью преодолевали трассу в несколько километров. Правда, в своей возрастной категории. Свободный дух хаски роднит их с волками. Однако по своему характеру они напоминают скорее кошек. Эти дружелюбные и нежные собаки покорили всех не только своей выносливостью, но и невероятной красотой. Кристина Жакот, Павел Макаров, новости Ульяновской правды.